Опоздали. Хорошо, что мы первыми узнаем сведения о Париже. Конечно. Скорее в Париж, скорее, скорее в Париж. Господин посланник, дипломатической почты больше не будет. Короля во Франции больше нет. Энгельс. Позвольте мне с вами по-русски похристосоваться. Я счастлив, друзья. Счастлив. Это манифест. Первые экземпляры присланы из Лондона. Э? Манифест? Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Да. Писали мы его здесь. Интересно. В Брюсселе. Интересно. Маркс не давал передышки ни мне, ни себе. Нас торопили друзья из Лондона. И вот, наконец. А в Париже уже революция. Она, как видите, обошлась без него. Она не локомотив и не нуждается в расписании поездов. А она скорее инстинкт, чем мысль. А вы хотите обуздать этот необъятный океан? А революцию определяет не расписание. У нее есть свои законы. Они записаны здесь, господин Бакунин. О-о-о. Даша, склоните голову перед новым Евангелием. И не подумай. Это не Евангелие, господин Бакунин. Это наука. А голову действительно ни перед чем и ни перед кем никогда склонять не нужно, мадемуазель. Вы правы. Ну и пишешь ты сегодня хуже, чем всегда. Да? Даже слово революции непонятно. А ты знаешь, это действительно все еще непонятное слово. Во всяком случае, для некоторых. Вашему сыну не терпится поесть. Мышка, мышка, здравствуй, мышка. Идите, мой миленький, мой хороший. Все, пошли кушать.
Скажите, Ленхен. Что вы скажете, революция? Да, да. А, Мэс, ну что там на улице? На улице чудо. Полное единение. Это братство в революции. А вы... Мне нужно серьезно поговорить с тобой, Мавр. Извини, мне надо идти. Послушай. Этот спор надолго. Нет, но ведь... Сейчас нет времени. Ваш манифест... Тише. Ваш манифест вносит раскол. Этот документ разрывает, а не связывает. Вы же отсекаете всех, кто хотел бы идти с вами рядом. Вы замахнулись на нас, призывающих всеобщему братству. Ах, братство. Да, братство, да, братству. Братству хозяина и его раба. Какой недопустимый тон полемики. Что вы пишете о нас? Что вы пишете о наших взглядах? Вот. Они пропитаны слезами сладенького умиления. Это грязная, развращающая литература. Ну, хорошо. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Хорошо. А где наш добрый старый лозунг? Все люди, братья. Где? Где он? Послушай, разве эти лозунги противоречат друг другу? Если бы ты имел сколько сердца, сколько ума. Ну, что делать? Все, что побуждает меня к действию, проходит через мою голову, и избегнуть этого я не могу. А вы добрые. Да, мы добрые. 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 А кто будет расплачиваться за ваше прекраснодушие? Добрые. В бесклассовом мире настанет время для нашего прекрасного лозунга. Все люди братья. А сейчас ваша болтовня о любви и братстве. Ваша всеядная бесклассовая любовь, измена и любви и братство. Что для вас свято? Трусливое убожество бедняков. А мы славим гордого революционера-пролетария. Все. Спор окончен. Нет, спор не окончен. Возмущен. Ты, проповедник любви, терпимости и всего прочего, ты при первом же случае применяешь ко мне насилие. Это символично. А сейчас я вам расскажу сказку и покажу сказку про нашего короля. У этого парня прозвище Тюлинспигель. По слухам, король Леопольд готов отречься от престола. Я готов отречься от престола, клянусь. А если он не отречется от престола, то ему дадут пинков под зад, и от вашего Леопольда останется... Где? Вот что останется от нашего Леопольда. Набрался ума у своих немецких дружков, орешь посреди улицы, как осел. Немка ты? Ну. Дружки твои? Ну. А если осел, знаешь, кто ты? Ну, кто? Знаешь? Ну. Знаешь? Ну. Ослица. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та. Да здравствует революция в Бельгии! Давай, Леопольда! Давай! Выпьем за свергнутых королей.
Я напишу о них стихи. В Париже будут довольны. Эмиль, я еду с тобой. Париж? Да. Чудесно. Я должен быть в Париже в эти самые поэтические дни. И потом мне нужно встретиться с немцами-иммигрантами и ехать в Берлин. У нетерпения шесть ног, и все спотыкаются. Смотри, не споткнись. За встречу в Берлине. Слушайте, король Леопольд только пригрозил отречение. Как вы же? Богачи испугались, до слез умилились. Они уже не настаивают больше на отречение. А что же? Они вообще больше ни на чем не настаивают. Вот это отличие. Ногу подвернула. Ой, вот не хватает. Где? Ой, где? Больно. Где больно? Ой, 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 больно, Ган. Ой. Ну, не хочу же я быть вдовой. Понял, олух? Ну. Ах, вот что. Если я олух, знаешь, кто ты? Пройти почти все тюрьмы Германии, чтобы в первый же день Бельгийской революции снова угодить в тюрьму. Ха, забавно. Бельгийская революционная интермедия завершена. Да, но мы еще попробуем. Временно придется опустить занавес. Место действия переносится в Париж. Ну что же, кажется, мы обо всем договорились, да? Вот да. Твой мандат, Карл. Ты организуешь в Париже новый центральный комитет Союза коммунистов. Я останусь здесь. Нужно добиться немедленного освобождения Вольфа. Связи с Германией переведи на Париж. И быстрее приезжай с Вольфом. Госпожа Маркс. Простите. Где остальные? Вы были не один, мы это знаем. Значит, вы знаете больше, чем я сам. А известно ли вам, господин комиссар, что меня выселяют из Брюсселя? У меня очень мало времени, и я не желаю его тратить на беседу с вами. Господин комиссар. Господин Маркс, вы были одни. А это откуда? Еще чернила не высохли. Что вам еще угодно? А нам угодно узнать, кто вы такой. Это мой муж, доктор Маркс. Вот его документы. И письмо господина Флакона, министра революционной Франции. Мужественный честный Маркс. Французская республика, место убежища для всех друзей свободы. Свободная Франция открывает вам свои двери. Ну вот, во всем этом разберемся в полиции. Спички! Спички, керосин! Керосин! Керосин, спички! Спички! Долларов на дне. 300 негров на дне. Моих здоровенных негров из Нью-Орлеана. Из-за эвитериалы шхуны. А кто их строил? Кто? Наверное,
Макбертона. А я их поджег. И тебя сожгу. Смеешься? Сожгу! Незаконно арестован. Я уверена, что господин министр... О, простите, мадам. Господина министра в Брюсселе нет вот уже 3 дня. Очень сожалею, мадам. Ожидаю вас, госпожа Маркс. Вам разрешено свидание с мужем. Баронесса фон Вестфален. Я Женни Маркс. Урожденная баронесса фон Вестфален. Да. Какая вы баронесса фон Вестфален? Вы опозорили титул и герб рода. Вы жена преступника, бежавшего из Германии. За ним шел сброд всего Брюсселя. Противоестественно. Вы обещали мне свидание с мужем. Вы давали деньги на оружие бельгийским мятежникам. Кто из бельгийцев обивал пороги квартиры Маркса? Вы обманули меня? Мне здесь делать нечего. Остановитесь, мадам. Вы арестованы. Я? Вы бродяга. Вы шатаетесь по ночам. И арестованы, как бродяга. Вы встать! Когда вы говорите с баронессой фон Вестфален, встать! Когда вы говорите с гражданкой Маркс, чего вы думали достигнуть, посадив меня в сумасшедшем? Вы думали испугать меня? Это же наивно. Я сталкиваюсь с ними каждый день, везде. Даже в полицейском управлении. Вынужден признать, мои подчиненные вели себя нелогично. Вы должны были покинуть Бельгию и в то же время сидеть в тюрьме. Противоестественно, не правда ли? Мой стол завален протестами ваших друзей и разных ассоциаций. И это вполне понятно. Всем известна гуманность бельгийского короля. Я надеюсь, вы простите чрезмерное рвение моих подчиненных.
Вы и ваша супруга свободны. Что? Она была арестована? Такая досадная оплошность. Теперь вы можете покинуть Бельгию со своей семьей. Разумеется, в указанный срок. В указанный срок? Полтора часа осталось в вашем распоряжении. Большего его величество сделать для вас не может. Я польщен вниманием короля. Республика станет ложью, если она будет только заменой одной формы правления другой. Недостаточно изменить слова. Нужно изменить вещи, работы и хлеба. Остерегайтесь, как бы вас снова не обманули. Бланки, бланки. Никакая тюрьма его не сломила. Истинный революционный инстинкт. Да здравствует революция! А Париж! Римская крепость! Нотация! А вот древний Париж! Латы рыцари собрало! А вот и вы! Гальский петух наш народу горланит! Парит тому, кто бороться устанет! Париж! Шат, сколько времени в Париж? Год, два? Первый день. Ну да! А сколько ли? Сколько встреч, а? Шат, я покупаю трубу. А это для кого? Для моего сына Муша. Но ему же нет и года. Ну и что же, я буду трубить ему сам об этой парижской весне. А тут труба как раз на месте. Я из Лондона, ты из Брюсселя, примчались сюда, как на зов трубы. Там у нас в Лондоне было собрание нашего немецкого общества. Собрали денег по подписке, чтобы купить оружие, направиться в Париж, а отсюда, черт побери, рвануть в Германию! Ну да! Да! Ну и на поле! Карл, одной души для твоего тела мало. Ты бы дал работу и двум. Это я ухожу без вас. Дышите, доктор Маркс, дышите воздухом революции. Я сегодня обвинен Парижем. Уже колеблются троны Европы. В Берлине паника. Да-да. Австрия прогонит Габсбургов. Итальянцы освободят свою родину. Восстанет Польша. Славянство будет свободно. Ива! Ива! Я вижу Европу федеративной республикой. Подождите, Мишель, вы темпераментнее француз. Федерация австрийского барона и порабощенного чеха. Вы что думаете, даже вы без долиной Польши прячь в одну упряжку и спесивого шляхтича, и галицийского крепостного мужика? Доктор Маркс, мы пойдем до конца. Заполыхает весь мир. Если надо, мы утвердим разрушение как принцип. Что вы оставите наследникам? Я ничего не взял из наследства. Строить нужно на пустом месте. Это опасные заявления. Это либо высокопарная фраза, либо безумие. Нет, Маркс, вы не правы. Да? Только баррикады и смерть, если надо, наполняют жизнь смыслом. Они запылают повсюду, в огне и буре. Час пробил и для Германии. Я приветствую решение вашего великого поэта Георга Гервига. Мне очень нравится ваш поэтический порыв. Но скажите, а в чем смысл решения Георга Гервига? Об этом он скажет вам сам. Он сейчас у Генриха Гейне. До скорой встречи, Марк. До скорой встречи. На баррикадах Германии. О, я вижу, вы подобрали людей настоящих. Салют. Здравствуй, Антуан.
Здравствуй, здравствуй. Мавр здесь? Нет. А кто-нибудь из наших уже пришел? Иосиф Моль возится с часами в комнате заседаний. Слышишь? Вот он! Друзья! Друзья! А, ты на Сократа! А это кто? Неужели дочь? Приемная. Нашел в 30-м году на баррикаде. А вот будущий зять. Хочу познакомить с Мавром. Так вот он какой жених. Хорошо, дочь. Выпьем за жениха и невесту. Ваше здоровье. Послушай, старина. Скажи, Сократ, ты знаешь что-нибудь о легионе немецких иммигрантов? Да. А что? Видишь ли, Гервик разработал молниеносный стратегический план. Я сам ему помогал. И я думаю, Карл будет доволен, потому... Вообще-то это секрет. Верт любит тайну, как ребенок сказку. Но тайна это у него всегда на кончике языка. Наконец-то! Разве я опоздал? Нет, это я пришла слишком рано. Вы знаете, это наш первый дом в Париже. Мне хотелось побыть с ним наедине. Познакомься, это мой друг. Шопер? Да. А я ведь знакома с вами, по рассказам Карла. И его описания были точны. Господин Маркс, как хорошо, что вы назначили здесь свидание. Как давно я вас не видела. А вы все такое же, вы почти не изменились. И пуговку не на ту петельку застегнули. Мадам, вот над вами время действительно не властно. О, что вы, господин Маркс, я переживаю уже третью революцию. Что вы? Да? Но они все пошли вам на пользу. Извините. Женя, извини меня, но мои намерения переменились. Я должен идти к Гейну. Выступаем без оглядки. Нам неведом жалкий страх. Все знамена буйной схватки у поэзии. В руках, у поэзии, в руках. Вот он, боевой гимн нашего легиона революции. Благословите его, дорогой Гейне. Салют! Салют! Осторожно, ты знаешь, по-моему, уже дымится кресло нашего Генриха. Не обливай меня холодной водой, Карл. Я повторяю в который раз. Все продумано и предусмотрено. Каждый изгнанник немец встанет в ряды нашего легиона. И ты встанешь во главе его. Ради нашей дружбы, Карл. О, ради нашей дружбы. Ради нашей дружбы. Ради нашей дружбы. Остановись, Георг. Но я... Подожди, не горячись. Здесь все твои друзья. Мы можем говорить откровенно, до конца, как всегда говорили. Генрих. А что ты думаешь? Я сейчас не твердо стою на земле. И не мне советовать идущим. Для меня и Борнштетта наш легион — это дело нашей чести. Подожди. Борнштетта? Какая честь у Борнштетта? Подожди. Ты попал в дурные руки, Георг. Ни в чьи руки я не попал. У меня у самого сильные руки. У тебя сильные руки? Не верьте ему. Не верь. Мой муж самый женственный из всех мужчин Вселенной. И самый замечательный из поэтов. Конечно, за исключением вас, дорогой Генрих. И поэтому эти цветы вам. Триумф.
Ты видишь, Карл? Женщина до сих пор все еще носит меня на руках. Ваш муж замечательно выглядит. Я всегда говорю, что он притворяется. Вы знаете, мои друзья давно полагают, что я несу свой крест напрасно. Ах ты, бедная, бедная, твой крест тяжел. Но по воле Божьей твои друзья помогают тебе нести эту ношу. Ревнует. Но тебе самому нравятся некоторые женщины. Госпожа Женя Маркс, например. Но я ему все прощаю. Я тебя все равно люблю, и твои стихи тоже. Да, верю. Тем более, что мои стихи ты никогда не читаешь. Георг, подумай. Откажись. Откажись от этой безумной затеи. Французское правительство горячо поддерживает наш план установления республики в Германии. Оно жертвует нашему свободному немецкому легиону оружие, снаряжение, деньги. Здесь, в Париже, и французским рабочим не получить работу. Не будем же вырывать ее из их рук. Если бы в орлином полете мы смогли пролететь над несчастной родиной нашей, мы увидели бы, как протягивают к нам руки соотечественники. Придите, взывают они. Придите. Неужели мы ответим молчанием? Они ждут нас, легион героев. Пусть мудрости угрюмый глаз твердит, опасность есть. Не прорицателей наказ ведет народ, а честь. Кто под еремной в горе сох, кто жил в тисках оков, тот за единый вольный вздох и жизнь отдать готов. Не правда ли мой муж преобразился? Он прирожденный трибун. Не делай ошибки. Прошу тебя, не иди на раскол. Гервик и Борнштедт говорят вам. Французское правительство нас поддержит. Оно даст нам не только оружие, но и деньги. А я против. Против! Почему? Почему? Это трагическая авантюра. Гервик и Борнштедт хотят импортировать революцию из Франции. Но революция не парфюмерия, не предмет роскоши. Революция не переходит границы на штыках одинокого легиона эмигрантов. Революция совершается народом своими руками и на своей земле. Батальон героев.
Фраза. Фраза, фразы. Что их ждет? Мышеловка. Бесцельная гибель. Я согласен с господином Марксом. Пытаться импортировать революцию, это значит разжигать национальную рознь. Возрождать шовинистические предрассудки. Но вам это все равно. Болтуны, фразеры, политические честолюбцы. А что же ты предлагаешь вместо нашего легиона, Карл? Что ты предлагаешь? Теоретические рассуждения, забвение Родины. Мы предлагаем вернуться в Германию. Да-да, вернуться! В мечтах эти мечты сбудутся! Если возвращаться в Германию поодиночке или небольшими группами. В Германии революция наступает. И мы будем там, чтобы участвовать в ней! Я был с тобою, но сейчас 20 лет в изгнании. У меня высохло сердце. Я не могу не верить в победу нашего легиона. Я думал, что ты поймешь меня, Сократ. А я не ожидал, что ты ляжешь камнем на нашей дороге, Карл. И ты не записываешься, часовщик. И ты, Шапер. Ведь вы же все радовались, когда услышали про легион. Нельзя идти против разума, Сократ. Я проверяю время по его часам. Не плачьте, Жанет. Ваш отец вернется. Это говорю вам я, Эвербек. Слезы прокладывают морщинки, тропинки старости. Говорю вам как врач. Твое выступление, Карл, образумило многих. Да. Но легион уходит. Уходит. И в этом наша слабость. Я очень рада вашему приезду. Карлу трудно. Больно терять друга. Очень больно. Вы знаете, я написала нашим партийным друзьям о разрыве Маркса с Гервигом. Читал ваши письма. Вы подписали с госпожа Бродяга. Что ж, отличная партийная кличка. Где же Вольф, Энгельс? Они должны были приехать в Париж и ровно в 5 быть здесь. Мы не можем без них начать заседание ЦК. Да, но сейчас только без 5:05. Здравствуйте, месье. Прошу вас, посмотрите. Вот, пожалуйста. Нет. Боже мой, Фред, как вы еще молоды.
После тюрьмы этот парижский праздник в будни, мне кажется, несколько странным. Лучше праздник в будни, чем и в праздник все те же будни. Благодарю вас. Отложите? Да, пожалуйста. И вообще, улыбка никогда не мешала революции. А беспечность? Беспечность? Беспечность. Она часто выглядит суровой и насупленной. Вашим услугам, месье. До свидания, месье. О, месье. Познакомимся. Добрый день, месье. Сейчас спустись немедленно. Ты слышишь? Иди сюда. Госпожа Маркс? Госпожа Маркс, добрый день. Добрый день. Неужели это ты, Жанет? Антуан! Смотрите, как она выросла. А это мой муж сегодняшнего дня, Жюль. Очень рада. Добрый день. Господин Антуан, вам записка. От Вальтера. Значит, этот старый упрямец не забыл наш адрес. Легион уходит в Германию. Уходит, и тут уж ничего не поделаешь. Германия. Все ее королевства, княжества. 36 королевств, княжеств. Наша старуха родина выглядывает из-за пограничных столбов и из-за шлагбаумов, как из-за решеток тюрьмы. Но решетки уже шатаются. Когда наши друзья, члены Союза коммунистов, были брошены в казематы, рабочие угрожали разгромить тюрьмы. И что же, арестованных пришлось освободить. В Германии мы нас ждут, Карл. Истосковался я по ней. Мы должны послать эмиссаров. А вот эмиссары, которые поедут в Германию. Мы здесь уже наметили пути, по которым пойдем мы и наши товарищи. Да, мы должны организовать рабочие союзы и проникнуть в очаги восстания. Правильно. Вот список отъезжающих первыми. И каждому из них мы дадим с собой наш манифест. Я его выучил как стихи наизусть. Пусть господствующие классы содрогнутся перед коммунистической революцией. Вряд ли буржуазию в Германии вдохновит такая перспектива. А плевать нам на буржуазию, это же наш манифест. Да, но наш манифест — программа пролетарской революции. А сейчас мы постараемся, чтобы 17 требований, которые принял наш центральный комитет, были манифестом в действии в условиях буржуазной революции. Сейчас самые необходимые для нас — это свой голос, своя газета. Ежедневная, новая Рейнская газета. Новая Рейнская, это хорошо. Подождите, подождите. Я надеюсь, что вопрос о газете вы не будете решать без меня. Я против Лаэрта. Почему? Как я слышал, этот поэт только что аплодировал Гарвигу, а сейчас... К сожалению, всем смертным свойственна ошибка. Я знаю его с детства. Его настойчивость никогда не была упрямой. Ему можно верить. Может дать петуха, но голос чаевистый. Вообще нельзя гладить поэта против шерсти, иначе у него пропадет голос. Да. Значит, я еду в Кёльн, да, вербую акционеров и достаю деньги для газеты. Да. Попробуй не ошибаться. Большое спасибо за попробую. Ненавижу кающихся Магдалин, обещающих все. Значит, решено. Новая Рейнская газета в старом Кёльне. Что это? Время. Слушайте бой часов на башне парламента Единой Демократической Республики Германии. Значит, наши требования. Все земли, государи и феодальные имения народу. Всеобщее вооружение народа. И за всем этим звучит грозный голос нашего манифеста. В этом философия времени. Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Поднимаю философию за недосягаемую высоту! Потерпи минуту.
там Сократ. И уже в форме легиона. Госпожа Маркс, узнаете? А где же Мавр? Ты здесь. Но не мог же я покинуть Париж, не повидавшись с вами. Вы моя семья. Вы, Жанетта, Жюль. Давайте отпразднуем свадьбу детей вместе. Конечно. Береги ее, Жюль. Теперь ты отвечаешь за двоих. Не только за двоих. За Париж и за Францию. Бесь меня! Да, отец, вылитый вы. Антуан. Мадам Антуан, не оставляйте меня одного. Выпьем за сегодняшний день. Мой боярышник лесной, ты весной у реки расцвел студенной, будто сотни цепких рук, весь вокруг виноградом оплетенный, и в тени твоих ветвей соловей чуть пригреет солнце мая, вместе с милой каждый год домик вьет. Громко песни распевая, громко песни распевая. А ты помнишь нашу свадьбу? Я ждала ее 7 лет. Я тебе ничего хорошего не обещал. Но ты, как всегда, запоешь Марсельезу. Нет, нет, Марсельезу уже отзвучала. А новых наших песен еще нет. Сыграй, пожалуйста, вальс. Вот мы и расстаемся, Женя. Я в Кёльн, ты в Трир. Трир. Старый Трир. Он вспомнит свою красавицу фрейлин Женни фон Вестфален. И все начнут ухаживать за ней снова. Я надеюсь, она меня не забудет? Если она ждала тебя невестой 7 лет, то вряд ли за эти несколько недель она забудет своего мужа. Но все-таки вызови меня поскорее в Кёльн, Карл. При первой возможности. Thank you.
Повесить. Я не служил в прусской полиции! Я не служил в прусской полиции! А если и служил, все равно теперь я герой! Все равно теперь я герой! Не дамся! Шумой врага не кисти. А вязала она. Видите? Ее работа. Она землячка Вольфа и увлекла к нам в Германию даже своего бельгийского мужа. Ганса. Марк. Ну пусть этот убор французской революции вдохновляет рыцарей пера нашей рейнской газеты и огорчает некоторых наших акционеров. Вот это что?
А я все вязала, думала, не то петушиный гребень, не то дурацкий колпак. Ты что же не мог объяснить своей жене? У нас с ней были более интересные занятия. Ну, как я выгляжу. Взять! Оружие! У нас 8 ружей и 250 патронов. Конечно, в городе, где первоклассная крепость, 8000 гарнизонов и большая гауптвахта, наши силы незначительны. Но для отпора реакционным молодчикам мы тоже крепость. Да, критика оружием иногда необходима. Но сейчас для нас главное критическое слово. Я обещаю с первых же номеров пронзать строкой того, кто ноя о свободе свободу подло предает и продает князьям народ, крича с трибуны о народе. Эти стихи, несомненно, доставят удовольствие нашим либеральным акционерам. Наши акционеры. А вот мой отец. Он оказался предусмотрительным. На предложение приобрести акции нашей газеты хотя бы на 1000 таллеров, он ответил на чистом немецком языке. 1000 зарядов взад. Вот что я дал бы с истинным удовольствием. А вот этого с бородавкой я сам завербовал в акционеры. Он собирает книги и ужасно гордится тем, что никогда их не читает. У него коллекция неразрезанных книг. Да, я знаю этот сорт любителей. У них выставлены корешки с названиями «Революция», «Конституция», «Демократия». Ну ничего. Я думаю, что мы научим рабочих, как прочесть эти книги без разрешения их хозяев. Они ждут от нас благонамеренности. Разве не самое благонамеренное выступить в защиту благих намерений народа? Начнем? Знаешь, они оба живы. И Эмма, и Гервик. Хорошо, что они унесли ноги. Головы они потеряли еще в Париже. Друзья! Вспомним тех, кто пошел бороться за свободу в Германии. И пал там. По вине фразеров и честолюбцев. Почтим их память минутой молчания. Значит, работал. Вот послушай, для завтрашнего номера. Солдафон, комендант Майнца, угрожает бомбардировать строптивых жителей, не желающих подчиниться его воле. Нет. Не желающих безоговорочно. Безоговорочно подчиниться его воле. И все это на глазах национального собрания. А национальное собрание, вместо того, чтобы остановить дорвавшегося генерала, решила, что ему необходимо заняться регламентом. Что стало бы с представителями Германии без регламента? Пусть бомбардируют Майнц, пусть погибнет весь мир. Да здравствует регламент.
Пойдет? Хорошо. Они же оплевывают наше общее национальное собрание Германии. Это же позор. Позор? Если бы не воскресный день, я послал бы к черту и тебя, и это национальное собрание. А, раз ты не знаешь, это поют все. Там господа профессора болтают с ночи до утра. Там парла-парла парламент не умолкает на момент. Во Франкфурте на Майне делишки грязны крайне. Вот эта газета, она побломает котику когти и бакенбарды. И на меня не кидайся, старый хрыч. Я с самого начала революции отстаиваю конституцию. Да-да-да, но не для таких голодранцев, как ты. Постой, постой. Не тот твой? Какой то? Не ты обучал сына нашего Трампа? А, гимназию ему готов. Ох, и туго же ему давалась арифметика. Тебя ж тогда арестовали. Да вот ты же был арестован. Да, вполне вероятно. Это случалось не раз, но мне удавалось не засиживаться у них надолго. Послушай, Воль, а нас ты не мог бы научить? Научить? Могу. И прежде всего арифметики. Она вам пойдет впрок. Деление. Деление всех земель между теми, кто их обрабатывает. Правильно. А к чему это приведет? К чему? К умножению чего? К умножению наших доходов. Совершенно верно. К умножению доходов крестьянства. Но только для этого надо произвести все эти действия. Ни одно не пропустить. Да, задачка не из легких. Сразу ее не разрешишь. Тоже правильно. А вы читайте нашу новую рейнскую газету. Она вам поможет решить эту задачу. Дай волю редакторам этой газетки. Да? Они не просто землю наших жен поделят. Да. Это очень интересно. Вы знаете, мне это особенно интересно, потому что я являюсь редактором вот этой вот рейнской газеты. Привет, Федя! Привет! О, работник рейнской газеты! Одну минутку. Ну? Мне нужно посоветоваться с тобой. Прочти. Только что получил с последней почтой. Бакунин. Бакунин? Это невероятно. Бакунин, агент царя. Невероятно. Кто пишет? Эвербек. Эвербек. Это изрядный путаник. Там ссылка на Жорж Зант. Ну, знаешь ли, этого недостаточно. Об этом говорят в польских и в австрийских кругах. Все это требует проверки. Но ты же знаешь его склонность к авантюрам, страсть к разрушениям, пафос панславизма, который на руку русскому царю. Велитель с ним недавно в Париже. Мы спорили, но остались друзья. Нет, нет, нет. Я не могу поверить. Я ставлю вопрос принципиально. Что, если он действительно действует в интересах царизма? Ведь сколько вреда может принести такой человек? Нет, медлить нельзя. Ну что? Печатать. 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 Посмотри корреспонденцию из Парижа. Посмотри, что они делают.
социальные демократы, эти мелкие лавоши. Они предают пролетариат буржуазии, потеряв всякий стыд. Они отбросили даже лицемерие, дань, которую порок платит добродетель. А буржуазные депутаты, канай, они просили, просили рабочих 3 месяца мириться с нуждой. А теперь они готовы надеть на них старое ярмо. Вот-вот закроются национальные мастерские. Десятки тысяч рабочих будут на улице. Они хотят посадить революцию на цепь, задушить ее голодом. Военный министр у них Кавиньяк, душитель Алжира, палач. Конечно, конечно. Они называют рабочих лентяями, бездельниками, угрожают. Они провоцируют. Это неизбежно вызовет взрыв. Это будет революция отчаяния. Не знаю. Не знаю, что делать. Остается одно. Связаться с нашими в Париже, чтобы хотя бы на время отодвинуть катастрофу. Наш. Все. Поздно. В Париже начались сражения. Курьеры сообщают, что далеко за городом слышен гул боя. Так. Ну что же. Если они навязали войну, наша газета каждый день будет учить ненависть. Да. Ты должен немедленно написать статью. Она должна выйти завтра же. Нет, эти статьи должен писать ты. Речь идет о боях, а ты же у нас военный министр. Дело не в том, что я военный. Дело в том, что первую статью должен писать главный редактор. Я не умею писать статьи так быстро, как ты. Мне нужны материалы, я должен собраться. Газеты есть газеты, и ты должен. Я ничего не должен. Кажется, ссоримся. Да? Я не заметил. Ну. Последнее известие из Парижа. В Париже военная диктатура Кавиньяка. Восстание разрастается. Это величайшее восстание пролетариатов против буржуазии. И так далее. Наберите прописным Кегель 20. Карл. Да. Новое письмо, звонит. Письмо из Парижа. Пишу вам, теряя разум. На что способны наши враги. Когда они подавляют восстание, их ярости нет предела. Но мы не могли предположить, что они дойдут до того, что будут расстреливать нас из пушек в упор и сжигать наши дома. Выйди, Жанетта!
Ой! Французская буржуазия сделала то, чего не делали даже короли. Она сама выбрала свой жребий. Это начало европейской трагедии. Французские буржуазные демократы предали народ. Партия, назвавшая себя горой, наследницей горы Великой Французской революции, позорно распласталась перед генеральским конем. Да, буржуазия сама выбрала свой жребий. Жребий палача. Я научу его ненавидеть и мстить. Сказал, мы будем призывать к ненависти. Кровь, жизнь, человек, венец создания. И опять баррикады, опять кровь. Разве есть для меня другой выход? Да, есть. Стать филистером. Университет, кафедра, семья, благополучие. К черту. А человек? Рабочий ограблен.
У него украдено сознание, он прикован к рабскому ненавистному труду и свободен только тогда, когда ест, спит, совершает половой акт и умирает. Хозяин поднялся над ним, над его трудом, над его волей и разумом. Хозяин улыбнулся, хозяин разгневан, хозяин посылает в бой, хозяин запрещает сражаться. Хозяин над хозяином, и, наконец, хозяин на небе, как священный образ человеческого самоуничижения. Но человек не может, не хочет, не будет оставаться рабом. Путь революции неизбежен. Мы бы хотели отодвинуть вспышку отчаяния в Париже, но она произошла независимо от нашего желания. И чтобы жертв было меньше, а победа ближе, пиши, Маркс, пиши, пиши. 4 дня 40 тысяч парижских рабочих сражались с противником в 4 раза превосходящим их числе. Они были свободны. В условиях этого общества, только творя социальную революцию, рабочий человек свободен. Он отбрасывает иллюзии, потому что стремится к созданию общества, не нуждающегося в иллюзиях. И он не воздвигнет себе новых кумиров, ни непререкаемых вождей, ни революционных лжепророков, которые велики только потому, что мы сами становимся перед ними на колени. Он создаст общество добровольного, разумного содружества людей. И, может быть, в ближайшее время... Стоп! Не обманывай себя. Ведь ты же не утопист. Коммунистов еще долго будут побивать камнями, судить и предавать, изгонять и высмеивать. Да, долго. Что я обрекаю их? Что будет с детьми, с Женей? Ты имеешь право решать свою судьбу. Но... абсолютного большинства человечества будет и нашей судьбой. Сквозь тернии к звездам. Сквозь тернии к звездам.